Привет, привет. Я Коперник, это игра под названием Last Man Standing. Игра заходит, игра хорошая, игра веселая. Да. Блин, жалко, что на эту лестницу, конечно, забраться нельзя. Печаль, беда, печаль, беда. Опять что-то как-то сел, начал играть, и все, играю. Думаю, ну, почему бы не записать заодно. Который день подряд уже. Так, ух ты, нифига себе, я раньше такого здесь не видел. Слушай, нифига себе. Нифига себе. Это, блядь, апартаменты. Такой открытый сад летний. Так, тем временем осталось 36 секунд, и сервера по-прежнему европейские. Значит, вот так вот сделаем. Так. Да. Да. Па-па-па-па-па-па-пам-пам. Вот как они это делают, я не понимаю, как они отсюда сюда прыгают. Перепрыгивай же как-то. Сыночек, дупы. Пупы, пупы, дупы. Пупы. Уважаю эту странную речь. Знаете, в общую кучу пойду меситься. Оу, 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 а чё так, чё, что с яркостью? Так, прям сразу погнали в этот дом. В этот дом. Первым делом нужно залутать. Что-нибудь топовое. Один... Несколько домов, конечно, намного опаснее, чем один. В смысле... Близко расположенных, но... Блин, по-прежнему продолжаются странные фризы, кстати. Заметил, думал сначала, что это из-за антивируса, снес его, но нет. Это, видимо, что-то с игрой. Ух ты. Я думал, что это кусок чего-то такого нормального, это кусок текстуры. Обдристанный вылез. Так, ничего, вообще ничего. Парочку кейп-пейн-киллеров... Блять, ёбаный пистолет. Ёбаный пистолет. Ёбаный пистолет. Дистанс-грипп — это хорошо. Дистанс-грипп — это очень круто. Еще бы мне броньку дали. Был бы вообще топчик. Был бы вообще топчик. Так, погнали. Посмотрим, что у нас в другом доме. Где-то поблизости стреляли, но... Что уж, заебок, все, бронька есть. Угу, хорошо. Когда выпьешь, да ищу. Так. Так, я сомневаюсь, что здесь кто-то будет сейчас тусить. Блять, скорее всего, здесь кто-то и тусит. Да, здесь кто-то тусит. Нет, никто не тусит. Это за эпис 300-й броники. Ничего годного. Ничего, сучечка, годного. Перданул, блять, он. Приседает вечно, припердывает, я не понимаю, почему это. Видимо. Нашего. Ух ты, блять, не то. Я хотел вот на это сменить. Хотя бы так, хотя бы так. Музель, дистанс грипп, ни айронов, ничего. Есть на что, ничего, 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 заебись. 600-й броник — это хорошо. 600-й броник — это топчик.
В нашем случае это заебись. Гипермега заебись. Ну ты пидор. Давай, опаньки. Где ты, педрильё? Да, пора отсюда уэбывать. Только вот куда? В какую сторону? 60 патронов магазин, заебись. Нет, все заебись. Это нормально. Так. Оу! Блять, нахуй это лег? Ёбаный пес. А нет, стой, заебись. Я все еще правильно нахожусь, но тут сейчас пидор может начать по мне стрелять, поэтому пойду-ка я лесочком. Где-то там сидит за бугром, он думает, что я сейчас в доме буду ныкаться. А я по съябам втоплю. А почему? А потому что сейчас увидишь. Опаньки. Да, с патронами у нас, конечно, не все хорошо. Вон, пидор. Вон он, пидар. Сейчас ему поджарит попку. И попадет он в сучью топку. Вадик хуядик. Не дай бог, их там двое. Ну, в принципе, в сквадах-то играть нельзя, конечно, но... Знаешь, встречаются иногда ушлые людишки, которые в сквадах рубятся. Очень надеюсь, что у него есть что-нибудь нормальное. Очень надеюсь. Прям пиздец, как надеюсь. А у него есть что-то нормальное, причем... Ой, не бизон, не бизон. Так, отлично. Так вот, чпэк прям сразу. Так, у него все оружие было пиже, чем у меня даже. У него даже был какой-никакой прицел. У него даже был лазер-гвард. Дистанс гриппа у меня был. Так, инфоскоп, лазер-гвард, аналог-скоп еще есть. Здесь у меня стоит как раз тоже аналог-скоп, да? Да, 60 патронный магазин, да хуй-то там, блядь. Аналог-скоп, ноуп. Ладно, попиздили отсюда. Через 47 секунд. Рука. Надеюсь, то, что я вытер влажную от волнения руку, не сильно сыграет на том, что меня прижарит этим полем, хотя, блядь, 35 секунд осталось. Бежать до того края секунд 20. Хотя, в принципе, мы уже делаем успехи относительно удаления от границы ближней. Отлично. Ага. Сколько секунд? 10 секунд осталось. Блять. Успеем? Успеем. Куда мы денемся? Успеем, конечно же. Конечно же, мы успеем. Еще секунд 5 бежать. Больше секунд 10 еще. Ну, поле пока будет двигаться, знаешь, он двигается тоже не сразу. Мы как раз успеем. Вон оно. Вон оно, сука, двигается, падла. Хорошо, что мы набрали прицелов. Компенсатор, я не помню, мы поставили или не поставили. Компенсатор, музель, подожди, мы же подбирали компенсатор. Или это был не компенсатор? А, это был лазер-гвард. Такая вот дресня. Ну ладно. Тоже ничего сойдет. По патронам у нас все просто шикарно.
Так, по аптечкам. Так себе. Металлических ограждений у нас нет. Понятно. Слушай, не залутано даже, походу. Ну, лут спаунится очень близко. Это плохо, не видно. Не видно. Утался ли там какой-нибудь пинздюк или нет. Не видно этого совсем. Фишка в том, что если мне начнут стрелять в попку... А мне начнут стрелять в попку когда-нибудь. То не могу и не успеть. Ничего сделать. Так, здесь уже отреспаунилось. Все, никого нет. Да ладно, даже не лутали. Голографический прицельчик. Зишечка. А почему здесь не лутали? Вот это вопрос. Почему здесь не лутали? 173-сотая бронька. Опять голографический прицел. Крис. Так себе. АЦХ. Отлично. Броня, патроны. Шикарно. 22 секунды осталось. Я, сука, опять прям посередине. Как, блядь. Как за яйца подвешены. Постоянно приходится бежать. Постоянно. Добегаешь, по-быстрому лутаешь и дальше бежишь. Ух ты. Какая-то расселена. Но бежать там не осталось всего ничего. Что-то да... Руки потеют дико. Почему, не знаю. Наверное, здесь влажность высокая. Потому что обычно руки у меня не потеют. Ничего, залутано, все понятно. А может быть, какой-нибудь хрененный прицел был бы там. 500 миллиардов крат. Нет. Сука, блядь. Захавала. Что за говно? Типа колышек от палатки, что ли? Так, ну здесь, в принципе, ничего такого-то и не было. Да. Давай двигаться дальше. Давай двигаться в город. Двигаться куда, в какой дом конкретно. В этом городе, соответственно, будет круг. И, скорее всего, он на том доме. Этот круг сойдется. Надо к нему подбираться. Ну вот как? Еще 15 человек живы. Так ведь. Или не там круг сойдется. Сейчас круг сойдется где-то вот тот. Вот. Либо вот этот дом, либо вот тот дом. Нет, не этот дом. С расстроением я проебался слегка. Гранат нет, плохо. Так. Сука, здесь все залутано, блядь, тоже. Значит, здесь сидит педрилья. Где-то здесь сидит педрилья. Дело здесь давно был. Здесь уже все успело отреспиться. Так. Где же? Блять, опять он ложится. Это меня бесит. Это анимация получасовая. Так. С этой стороны он не проберется. Так. Значит, будем ждать с этой.
Перестрелки уже слышу. Ну, в том доме стреляют, походу, да? Да. Со всех, блядь, сторон палят. У меня прицел говно как раз. Ну как говно. Не топовый ни разу. Людей осталось тем временем 12. Все прекрасно понимают, что сейчас надо давить дистанс грипп. Все прекрасно понимают, что давить сейчас надо отсюда. Вот тот дом. Скорее всего, в нем и будет все. Самый сок, так сказать. Эх. Где-то там стреляют. Есть. Этот прицел я понимаю. Это я понимаю прицел. Сейчас на мне до него. В том доме по-любому какой-нибудь педрили сидит, да? Так, я-то, конечно, сейчас заряд делаю, но так будет лучше. С того дома стреляет. Нихуя он там окопался. Он прекрасно тоже понимает, что это ненадолго. Где-то окопок. Там кто-то что на крыше сидит, пидор. Извините, что я молчу, потому что очень волнуюсь, очень волнуюсь. Где-то здесь. Совсем где-то рядом пули свистят, блядь. Я не знаю, зачем мне прицел. Расширенный магазин может спасти жизнь. Надо сейчас все по полному ставить. Все по полному. Так. Где-то петух трое нас осталось, да? Знаешь, мы уже в тройке. Мы уже в тройке.
Где же ты, петухан обдристанный? А, сука! Вообще мгновенно. И ногами как-то, правда, странно вывернулось. Но мы в тройке лидеров, чуваки. Мы в тройке лидеров. Я понимаю прекрасно, что не нужно было высовываться, но... Знаешь, дело шло к сокращению барьера, и надо было эту пидора оттуда выстрелить. Выщелкнуть, так сказать. Иначе бы мы бы побежали туда, он бы нас сверху так вот... И все. Кстати, если мы также следующий бой сыграем, то, скорее всего, мы получим 8 уровень и новый кейс. Новый кейс. Сейчас вернусь. Че за жопа какая-то дикая? О, ползун ползет, какие-то чуваки прыгают. Пиздец, модно-модно. Прикольно сделано, когда от кулака искры отлетают. Если кулаком бить по железу. Это так реалистично. Это настолько реалистично, что просто жопа. Жопа. Не. Давайте. Сука, какие-то пидоры, блядь, концерт дают. На колокольне, блядь. 20 секунд осталось. Ты наверх, можно даже забраться. Конечно, вряд ли уже успею, но... Ква, ква, ква. Эйч! Опять какое-то говно, блядь, с тенями, с дреснями. То ярче, то не ярче. Так, заебись. Заебись. Слушай, как... Ау. Какой щедрый, блядь, лут. С таким лутом выжить, знаешь, как легко? О, блядь. Топчик. Лут просто, сука, топовый. Причем это патроны, блядь, на ружье. Один плюс, да. Здесь. Нельзя разбиться от падения. Урон от падения здесь не начисляется. Это заебись. Это очень заебись. Прицелишки. Бронька. Ну, знаешь, даже прицел какой-то еще один. 600-я бронька. О, нифига себе. Да я, блядь, lucky guy. Lucky. Good lucky. Поропово, good lucky. Какаки у собаки. Я буду ведь good lucky. Так, нормального оружия здесь нет. Есть. Нет. Печаль, беда. Надо отсюда уябывать. Ну вот куда? Там стреляют. Там кто-то бегает. Отлично, 900-я бронька. Прям сразу с лету. Яйца. Отлично. Компенсатор вообще шикарно. Слушай, так мы уже... Экипированы так себе. Уже не совсем хреново. Спасибо, блядь. Я-то думал, что это нормальный ствол. Дистанс грип. Патрушки. Пейнкиллеры. Одно говно. Одно говно. Какая-то дичь. Она мне, блядь, втирается сейчас по полной. Так, ничего. Ничего. Охеренно. Гранатка, спасибо. Типа за гранатку хотя бы. Так, сюда не пройти. Там, наверное, что-то по-любому есть. Но там кто-то по-любому есть тоже. Внимательно слушаем.
Никто не топает, тогда идем. Кто-то топает, тогда слушаем и потом идем. Угу. Отлично, здесь уже, походу, дело тоже какое-то педрило. Лос педритос залутался, нет? Давай. Ага, эмочка. Нет, это МХ. Так, недолго думаю. Недолго думая. Прям так вот сейчас. Подожди, еще 52 секунды. Есть. Меня прям сразу М4 прицел. Джимак, яйца, то есть цепляем. Опа. Потом. Дистанс гриппа, компенсатор. Все, у нас охрененное получилось. МХ. МХ-очкам. МХ-очкам. Еще и с патронами даже. И да, я прекрасно понимаю, что через 25 секунд барьер начнет уменьшаться. И меня здесь прижает, зажарит. Но хуль делать, хуль делать. Нужно лутать. Так, там вроде ничего нет. Ух ты. Что это? Понятно. Никогда лишним не бывает. В машинах часто патроны какие-нибудь тусят. Как я понимаю, пожарка, охрененно. Кто еще помешает мне ролик записывать? Так. Что за окном катается? Все пищат, верещат, пиздец какой-то устраивает дикий. Так, здесь все залутано. Значит, там какой-то индрило должен, может, сидеть. Отлично. Патрушки уже есть. Что-то здесь никого и не было. Опа. На удивление. Так, АХ, который по одному патрону стреляет, да? ЦХ, этот, или как он там, блядь, называется? Дресня. Из-под коня. Так ведь? Да. Это так. Где мой бизон, блядь? Куда делся мой бизон? Вот он, мой бизон. Вместе с ним и слушая музон. 174. Так, это хорошо. Для птиц. 5CX. Так, здесь все. Здесь больше ничего. И даже, возможно, никого. По прицелам у нас все кончилось. На бизон джагам. Голографик скуп. Опа-по-ру-поуп. Опа. Хорошо, что ресер он падение не считается. Так, куда мы побежим? Давай-ка он туда, да. Военная база — это довольно интересный объект. Единственный минус — убегать оттуда и потом тяжело. Через горы придется. По скалам прыгать-ка. Аки козелик. Ну, в принципе, делать-то больше нечего. Там по следам из машины идти. Там дальше что у нас? Город, наверное, да? Так. Если по дороге, ничего там. Там ничего ровным счетом. А здесь хотя бы база. По дороге летним днем. Дар-дан-дар-дан. Шли обнявшись под дождем. Пара-парам-парабам. Помните? Пара-пара-парапам-парапам-парапам. Да. Теперь эта карта может так. Сучий ебаный комар летает. Сука, в прошлый раз помешал комар, да, помешал. Иначе бы я так бы первое место занял. Этот сучий комар, сучий комар. Так. Что у нас тут? Блять. Ёб твою... Имя робот Муну Серж. Че? Так, по-любому все эти петухи, скорее всего, эч-эч, побежали за лутом. Сейчас там возле лутецкого будет, конечно, пиздец полный. Там будет жарко. Там будет горячо.
Опасно, но и нажива Слутецкого прекрасна. С ящика я имею в виду. Там пипец, там такие пушки. Ну, в принципе, вы видели в прошлый раз. Да я видел. Вместе с вами же играл, да? Да. Так, а это что за ствол? МХ. Это, собственно, вот это вот он и есть. Понятно, по прицелам ничего тут нет, по прицелам. Печалька. Аналоговый прицел, который Wolfstorm. Слушай, так он вроде неплохой тоже, да? Но... Оу! Подожди, подожди. Где мой бизончик? Где-то проебался мой бизончик, блядь. Печалька. Придется Wolfstorm брать. Так. И теперь будет. Это не круто. Это не круто. Далеко бежать. За 20 секунд вряд ли успею. Так, блядь, это ж туда бежать надо, да? Как это потно сейчас будет? Как это сейчас, блядь, будет потно? Будем аки-козлики прыгать. Если успеем добежать вот до той фигни. Слава богу, сейчас барьер не так быстро будет приближаться. Не должен. Нет, быстро. К сожалению, мы трупы, товарищи. Ну, ничего тут поделать я не могу, к сожалению. Вот, как видишь. Что-то пытаюсь сделать, но если получится, это будет просто охеренно. Будет просто охеренно модно. Вряд ли что-то получится. Давай, респись, респись. Опа, заебись. Выжили. Фух, хорошо. Так. Аналог скоп. Давай-ка вот так. Музель. Музель, это без насадки, типа, это компенсатор, да? И на второй ствол, что повесим. М4 скоп. Компенсатор еще один. Тоже компенсатор. Да. Так, чтобы не наебаться, давайте-ка дальше бежать. Так, куда бежать-то? Куда бежать-то? Вниз? Вниз. А если побегу вот так, ни хера не получится. Надо вниз бежать по-любому. Тот город путь будем держать. Там уже пальба, блядь, полнейшая жопа какая-то творится. Все, что хотел, все сделал. Так. Сюда не получится отстреливать, да? Петушков. Тебя знаешь, так вот попробуем. За камнем спрятаться. Так, никого там пока что не вижу. Это пока что. Ты знаешь ли, не вечно, ненадолго. Кстати, говорили, что здесь как-то можно убрать.
Чувак, патронов мне на тебя явно хватит. Но вот времени, боюсь, может не хватить. Понимаешь, чем фишек обезболивающих-то, пейнкиллеров-то у нас до говна. Боли скоро начнет сужаться. И вот это не есть хорошо. Питер ждет, блядь, пока я высунусь, говно. То говна, очень хороший прицел. Так, одним глазом смотрим на него, другой глазом смотрим на потенциального другого противника, еще одного. На том бы доме занять высотку, но, сука, там уже какой-то гондон сидит. Какой-то пидор. Там сейчас по-любому, блядь, засел. Какой-то... пидор. Ебать вас там, ребята. Так, все, ну нам, в принципе, жопа. Сука! Я нажимал на кнопку, но что-то пошло, видимо, не так. Я на кнопку нажимал. Седьмое место, слушай, тоже неплохо. Мы, по ходу дела, мы уже на скилле. Ничего так, ничего так. Ну ладно, не будем затягивать. Посмотрим. Детский нам дали. Дали. Новый кейс. Чирик. Что-то у нас. Портки, каска, маска. Охуенно. Смотри, как это можно все забацать. Blue T-shirt. Так, ничего. Green jacket. Печально. По жакету ничего. Так, Digital Goggles. Оу. Клоун. Так, слэшер, я думаю, нормально будет. Глянь, как у него красиво волосы-то выбиваются из-под всего, да? M for Black. Ебать, я похож на какого-то маленького фюрера в этой дресне. Мурка хэт. Фу, 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 фу. Знак Пиндостана. Так, и какие-то нам там еще модные помпортки дали, да? Такие джинсы, такие джинсы. Urban Tactica White Tahed. Ёб твою мать. Cargo Heads. Cargo Hackits. Ёпта, бля. Ёпта, бля. Лучше урбанистические портки. Я думаю, на этом. Я думаю, этого хватит. Не, ну пиздец какой-то вообще. Глянь, глянь, какой чувак. Ты чё такой? Ты чё? Ты чё? Красота. Красота, красотенская. Ептель. Ну ладно. Спасибо за то, что смотрели. С вами был Коперник. Это игра под названием Last Man Standing. Последний человек останется. Все, всем пока.
Да, кстати, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, не забудьте обязательно. Мне это важно. Я хочу снимать дальше видео для вас и для себя. Подпишись, подпишись.